Леонардо Йонович сегодня не пошел на рыбалку. А знаете почему? Потому что он работает за двоих. И так как сегодня была дождливая погода, приходится работать по ночам. Потому что, когда идет дождь, опасно заниматься такими делами. Во-первых, могут промокнуть ноги. Это раз. Во-вторых, это нарушение техники безопасности. Это два. В-третьих, у нас очень хороший руководитель, который о нас заботится. Он нам раз в месяц воду привозит. Ну, вода дорогая, сами понимаете. А в котельне очень жарко, поэтому хочется пить. Кроме воды и чая мы больше ничего не пьем. Это сегодня уже 33-я тележка. Это тот самый кипарис, который я вам снимал, который дает не только ароматизированный запах, а еще и дополнительно эти самые. Фонари нам тоже не выдали, поэтому приходится использовать налобный фонарь у Ивана Ивановича, которого вы сейчас видите, руки его видите, снимать запрещено, потому что все засекречено, а вообще все очень весело. Работать будем до утра, поэтому вы не волнуйтесь. Свой номер карточки я еще не сообщил, можете в будущем донатить, подписываться, комментировать, и самое главное, чтобы вы улыбались, потому что если вы не будете улыбаться, то тогда будет постоянно темно, и это очень плохо. А дрова — это хорошо, работа украшает человека. Вот я сейчас на днях пересматривал фильм «Золушка» 47-го года. И у меня такое чувство, что Золушкой была не она, а Золушкой является Леонардо Йонович. Потому что он так хотел поехать на бал, но его припахали, говорю как есть, и приходится работать за троих. Ну ладно, чернила заканчиваются. Я должен помогать напарнику, потому что снимать — это не мешки носить, а работать все-таки надо. Спасибо, что вы меня услышали. Возможно, сегодня будет продолжение.